Снова нам впаривают. Не, ну 50 тысяч монет за 5 долларов невыгодно, невыгодно, чуваки. Невыгодно. Так, нам сколько осталось? 3,5 уровня нам надо, правильно? А где, посмотрите, реально уровень? Здесь, я знаю, фоточку можно делать, смотрите. Можно вот так вот, хоп. Поставить прикольно и сделать фоточку. Но здесь нельзя посмотреть, какой у меня уровень. Ну, реально, вот где уровень? Наверное, когда ты костюмы нажмешь. А, вот здесь видно, 11 уровень, я был неправ. Нам нужно 4 уровня. Ну, а один уровень я почти уже получил. 4 уровня. То есть 3, можно сказать. 3 с копейкой надо получить. А это что такое? Не знаю. А, это костюм, который я одеваю. Я понимаю, окей. Типа не одет костюм. Так, что у нас по квестам? Съесть 5 золотых птиц каких-то. Второй квест у нас. Ну, попробуем. 7800 дают. Надо искать их. Они где-то будут летать, я так понимаю, над водой. Над водой, где-то высоко там будет, сверху. И тут же воды нету. Ну, вода есть, но вы понимаете, здесь нету птиц снизу. Хотя, может, они есть, я не смотрел. В основном они сверху летают. Высоко там. Это какой-то баг. У меня высвечивался какой-то уровень. У меня высвечивается, я уж нашел, показал. Надо нажать просто, где костюмы, там показан уровень. Так. Ну, со временем доработают и в меню будет показан уровень, а не только там. Потому что как-то непонятно. В меню как бы выбираешь, непонятно какой у тебя. О, смотрите, это по-моему, она была. Да, это была та птица золотая. Мне надо еще 4 найти. Ну, давайте искать. Легко найти, потому что они золотые. Просто золотая птица. Вот что-то золотое превратилось в это. Что-то летало золотое, превратилось в звезду такую, не знаю, что это было. А вот еще птицы. А, не, они все золотые стали. Это не те птицы, там какие-то определенные птицы нужны. Мне не нужны эти, я так понимаю. Ну, давайте посмотрим. Нет, все равно одна птица. Это не вот эти птицы. О, мега-раш. Надо тогда что-то, кого-то искать. Под водой, просто снизу. Level up, кстати, это 16 уровень. Ой, какой, 12 уровень у нас. Ладно, я птиц искать, потому что здесь делать нечего. Мне нужны птички золотые, пожалуйста. Это за один раз надо? А нет, не за один раз. То есть, ну, это можно за 5 игр, за 6, за 10, за 20, неважно. Сколько угодно играй. Этот просто квест будет накапливаться, потом выполнится. Ищем птиц, пока не нашел. Одну только нашел и все. Тухло пока что. Может быть, они чуть ниже летают. Я уже слишком высоко беру. Может быть, здесь и не будет этих птиц. А может быть, они вообще высоко вот где-то здесь летают. Уж непонятно. Игра-то новая, я еще не изучил ее. Опять этот проход, видите, звезды. За каждую звезду 200 очков получаю. И я в другое место попал. Так, кораблик. Пока что нету птиц золотых. Не попадаются мне. Может быть, они чуть правее. О, вот здесь какие-то птицы еще. Может быть, какая-то из них моя. Давайте всех съедим. Ну, или спалим. Спалить тоже, по-моему, считается. Не обязательно есть, просто как угодно расправиться с ней надо. Ну что, проверяем. Все равно одна птица пока что реально не везет. Их очень мало, поэтому такой квест, они редкие. Мало где появляются, мало где обитают. Эти птицы внизу под поселением людей. Это золотые стервятники. Золотые стервятники? То есть мне надо вниз? Под поселением ты имеешь в виду там, где гоблинские шахты уже начинаются? Или в начальной локации, где ты только появляешься? Потому что внизу тут как бы низ большой, а куда конкретно вниз? Ну вот люди здесь живут как бы, но здесь я не вижу пока ничего. Опять я сажал его, ничего страшного. Так, этого съедим. Съели. Ищем птиц.
Ищем золотых стервятников. Где же они? Нету, нету. Секретное место зато нашли. Мы в прошлый раз уже открывали его. Там ничего нет. То ли иногда что-то появляется, не знаю. Но секретное место, а толку от него никакого. Там нету ничего. Зачем его открывать тогда, если там пусто? Если бы там что-то было интересное. Еще ниже, возле людей, в левой стороне. Когда голодные акулы? Вчера были голодные акулы. Ты пропустил, что ли? Если что, можешь на Твиче зайти, посмотреть записи. Там все записи стримов есть. Промотаешь, найдешь. Вчера был стрим. Вначале я играл в Hungry Shark Evolution, потом World, а потом вот эта игра была под конец. Вот это три игры вчера, по-моему, играл. Я же больше не играл, по-моему, да. Сегодня я решил в Реймана вначале поиграть. А сейчас вот добиваю, хочу следующего дракона. Хотя бы просто посмотреть, сколько он стоит. Я его, может, не открою. Но просто, чтобы он, вот этот дракон был прокачан, а О, кстати, птица была золотая. Подождите, вот она. А, это летучая мышь, подождите, это не то. Это не то, это не та птица. И это золотая мышь. Мне не засчитали. Тут рыба есть, видите? Когда золотая лихорадка, ты можешь вниз нырять, потому что у тебя энергия бесконечная, и ты так как бы ныряешь, и можно что-то интересное увидеть здесь, надеюсь. Но ниже, кстати, не получается. То есть тут, видимо, снизу конец карты, конец локации, туда никак. Там ничего нету. Я пока не вижу птиц. Вот эти вот птицы, подождите, я каких-то съел. Нет. Это какие-то обычные есть, какие-то золотые, но это одна и та же птица, по сути. Но это не стервятник, я так понимаю. Поэтому ничего я здесь не нашел. Не нашел, не нашел. Так, здесь нужен огонь, чтобы пройти. Можно попробовать собрать. Но, правда, здесь негде собирать его. Лихорадку, я имею в виду, накапливать здесь, потому что пусто. Надо либо вверх куда-то лететь, либо вниз. Но если я сейчас полечу, у меня сейчас уже все. Я назад не вернусь. Слишком далеко лететь, лихорадка закончится. На секунд 10 идет, может даже меньше. 8 где-то, 8-9. Но у меня один апгрейд на золотую лихорадку, но на огненную лихорадку, вы понимаете, да? У меня один апгрейд на 10%, но все равно это мало. Все равно как-то быстро заканчивается. Немного выше под, над поселениями людей, они среднего размера. Ну вот, поселение людей в данный момент, правильно? Вот оно. Ты говоришь, немного выше. Вот я беру выше. Пока не вижу. Кого-то съел, но это дракон был. Золотой дракон какой-то попался мне. А так больше ничего нету. Дракоша. Так, ну что, есть? Нет? Их просто мало, я не знаю. Мне кажется, только одна птица на игру. Я ее съел, она сейчас появится снова, и может быть я съем ее. А, вот, смотрите, какая-то. А, нет, это не эта птица. Это не эта птица. Кстати, я голодный уже. Нужно поесть. А то птицами не насытишься, у них мало мяса. А дракону подавай большие туши, большие жирные туши. Голодный он, голодный. Ну, здесь ничего нету. Ладно, умираем. Не резаться не буду, потому что у меня 47 кристаллов. 3 кристалла, у меня будет 50. Я меняю их на, 30, на 36 тысяч золота. И это скоро я наберу, кстати. Ты только что рядом с ними был, когда лихорадка была. Это птица была. А что, я их не спалил, что ли? Я ж всех спалил, нет? Я ж вроде все спалил. А, так все, я выполнил квест, ты прав. Я выполнил квест, я это не заметил, в конце я был, да? Я их спалил и выполнил квест, все отлично. Значит, какой уровень, сколько мне осталось? Так, нажимаем сюда. 12 уровень, мне надо еще 3 левела, уже 70 тысяч монет я накопил, неплохо. То есть, если я 50 кристаллов поменяю, сейчас у меня 70 плюс 36, это 106 монет у меня, как бы, теоретически, потенциально в кармане. Так, а где задание я забыл? А где задание? Подождите, а где задание? Это меню. Нажать на дальше, что ли? А, вот задание. Хорошо, еще одну рекламку, чтобы было задание. Тут выгодно задание делать, они по 5000 дают практически около того. Смотрите, какая няшная прям реклама. Ну, в плане очень хорошо нарисована.
Ну, как бы видно, что анимация рывками сделана такая, не супер плавная, но выглядит как-то прикольно. Но вот здесь уже как бы фейк пошел какой-то. Ну, некрасиво. Может быть, это уже игра графика, поэтому... Наверное, это и есть графика, поэтому она такая ужасная, кривая, угловатая. Такие игры War Dragons довольно-таки популярны. Я много похожих игр видел. Я их пару лет назад начал видеть. 2-3 года назад начали рекламировать. Сейчас полно их таких игр похожих. С драконами, типа они атакуют, там прочее. Да, я выполнил на птиц. Так что все отлично. Я не заметил как, но я выполнил. Я просто быстренько там всех ел подряд. Вернее, не ел, я огнем, по-моему, всех спалил. Правильно? Нет, огонь у меня же был выгореть. Так, у нас квест пролететь 14 100 метров. Хорошо. Легкий квест делается сам по себе, как бы не за одну игру, так за две, за три. Потому что это не на одну игру надо, а просто за все время полетать. Вот мы сейчас летаем, пожалуйста. Будем летать. Если, например, это был бы квест Hungry Shark Evolution, то летать это то, что ты когда с воды летишь. А здесь все время считается. Это то же самое, как проплыть в Hungry Shark Evolution какую-то дистанцию. То же самое. О, левел ап, у меня 13 левел, значит. Два левела мне надо, ребята, два левела. И мы будем смотреть, и возможно уже будет золото на следующего дракона. И поиграем еще следующим драконом. Я не думаю, что я его полностью прокачивать буду, конечно же, но... Заценить я его заценю. Заценить заценю, а прокачивать не думаю. Вот, кстати, птица, по-моему, которую я сейчас съел, это именно та с того квеста, который я уже выполнил. Только что прям вот съел. Золотую какую-то. Смотрите, здесь можно сверху смотреть на башне. Но ничего нет, к сожалению. Могли бы что-то поставить на башне. Знаете, там катапульта, человек какой-нибудь стоит, защищает там свой замок. Тут же вроде что-то такое похожее есть. Какие-то вот... Ладно, сейчас полетаем. О, давайте это убьем. Все, убили. Лихорадка прям в воздухе появилась. Высоко-высоко. Если бы я вниз падал, она уже закончилась бы. Поэтому я принял решение ничего не делать. Просто остаться, летать дальше там. Не падать. Привет, я впервые на твоем стриме. Ну, привет, Гус. Добро пожаловать. Гоблин Сити открыт. Где тут гоблины? Где ваш город? Что-то монет мало, 2 минуты, все 178 монет. Лихорадки просто не было. Была бы, я уже нормально сейчас подзаработал бы. Ох. Хорошенько так минка взорвалась. Больше половины здоровья, по-моему, она снимает меня сейчас. Еще... О, гоблин летающий со Спайдермена. Опять появился. Что-то я его часто не вижу, то ли его ем сразу, то ли что. Иногда его как бы нету долго. Много раз играешь, не видишь. Сейчас он постоянно в меня кидают огненные гранаты или что там они кидают. Бомбы огненные. Летают еще быстро. Странно, что огонь в атмосфере горит. Но тут вроде невысоко, в атмосфере-то он может гореть. Слишком высоко, может там, да, там мало кислорода. Я не буду резаться, мне лень, потому что я хочу все-таки кристаллы добить. Всего 270 монет, это, наверное, худшая попытка за все время. И даже опыта почти не дали. Но я что-то как-то умер и не хотел резаться. Давайте буквы собирать, что ли. А что еще делать? Погнали буквы собирать. Тогда можно золото поднакопить и заодно левел прокачать быстрее. Короче, я сразу карту открываю. Давайте откроем карту. Во, первая буква сразу справа здесь. Овцы, и вот и буква первая. Так, сверху, чуть выше. Буква Y. 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 U это Y читается, правильно я говорю? Знатоки
английского алфавита. H, H, где у нас H? Вот. Так, дальше. Сверху будет следующая буква. Сейчас направляемся сюда. Здесь у нас был ежедневный сундук в этом месте, но мы уже все пооткрывали. Драмалик, ты не ответил на мой вопрос. Тебе понравилась игра, Реймон? Я не видел твой вопрос, как-то пропустил. Да, понравилось, понравилось. Мне она понравилась. Она мне напоминает Rayman Legends, только продолжение какое-то. Очень хорошая игра, прям очень хорошая. Хорошо сделана там. Мне очень понравилось. Я не знаю, почему вы мне про нее не говорили раньше. Мы говорили всегда Origin Legends, и я не знал, что такая хорошая игра вышла на телефон и на планшеты. То есть она, ее на консолях нету. Я бы в нее поиграл, если бы на консолях, потому что я думал, что она низкого качества, когда на телефонах делают, там, на планшетах. Большинство игр очень слабенькие, но Rayman мне понравился. Вот Rayman реально зашел. Мы сегодня прошли полностью первый мир. Ну, самый стандартный. Там очень много уровней было. Я не знаю, уровней 30, наверное, прошли. И открыли следующий мир, и все, на этом я закончил. Хорошая игра. И опять-таки, я не понимаю, почему ее не выпустили на консоли, потому что я с геймпада играл, управление отличное. Бегать можно там, все, что хочешь делать, ну, как в Рейманах во всех. То есть, прикольно, прикольно. Как полноценный Рейман, как бы. Почему его не выпустили, непонятно. Ну, ничего страшного, это их дело. Может, потом со временем додумаются. Посмотрят мой стрим, мою запись, такие подумают, чувак правильно все говорит, о чем они выпустили на консоли, там, это ж продажи, это ж деньги, это ж игра полноценная, там столько уровней, почему мы не выпустим? Мы столько старались, там столько уровней, я не знаю, там в игре 300, 400, может 500 уровней в этом Adventures. Прикиньте, как много. Это реально огромное количество уровней там. Может быть, они потом повторяться начнут, но, тем не менее, все равно сделано классно. Я просто забыл про игру, и поэтому тебе не говорил про Реймана. Угу, понятненько. Привет, я новый подписчик. Блокер 5.0. Ну, привет, добро пожаловать на канал. И Данил, тебе тоже. Всем привет. Не могу уже прям всем говорить. Лимон там еще у нас зашел. Кстати, ты смотришь Marvel или DC? Если смотрю, только Marvel. DC ненавижу вообще. DC ужасные фильмы у них. Мне не нравятся DC. Не супермены эти. Ничего мне не нравится с DC. Мне нравится только старый Бэтмен этого Нолана. Ну как старый, вот предыдущий. Нолановский и все. Больше DC я вообще не знаю. Какие у них там супергерои, мне это не волнует. Мне супергеройские фильмы вообще никакие не нравятся. А вот Marvel там что-то можно посмотреть. И то половина неинтересна. Все ходят чисто из-за хайпа какого-то, из-за рекламы. На самом деле там фильмы многие ужасные, вот что я могу сказать. Смотреть невозможно. О, пошло, пошло, смотрите, жара пошла. Так, я сюда хочу. Тут просто сейчас загрузка, я просто боялся, может закончиться под конец. Ну, давай, давай, загружайся быстрее. Во, сохранилось-то все как надо. Здесь много кого можно поджарить. Отлично. Так, а можно вниз сюда? Вроде как можно. А, да-да, можно. Нормально хоть золото заработали за этот ран. Не рано, а полет. Мы ж не бегаем. Здесь музыка, кстати, заиграла, слушайте. О, я видел, какого чувака я сажал. Такой большой чувак, красного цвета, по-моему, у него там одежда. Как ты думаешь, Растение против зомби 3 выйдет? Как я думаю? Ну, конечно, выйдет. Это же деньги. А люди, компании, корпорации, люди, да все любят деньги. Весь мир построен на деньгах. У кого-то их больше, у кого-то меньше. Понимаете, весь мир это деньги. У тебя если есть деньги, там, у тебя есть там, не знаю. Как правило, у кого есть деньги, тот хочет еще больше денег, так бесконечно. У тебя миллион долларов, потом хочешь 10, потом 100 миллионов, потом миллиард, потом 100 миллиардов, понимаете? Люди не могут остановиться, им нужно больше, больше, зачем, непонятно. Все равно за эти деньги ничего не купить. А если что и купить, то тебе этого достаточно, там, и копеек, на самом деле, на жизнь. Но вот люди, как бы,
Хотят все больше и больше. То же самое в играх. Вышла одна игра, если она популярная, выйдет вторая часть. Потом выйдет третья, четвертая, пятая. Ну, это, понимаете, что это? Это бизнес. Бизнес есть бизнес. Бизнес есть бизнес. А вот если игра провалилась, продажи низкие, навряд ли продолжение будет. Может быть, один раз они рискнут, выпустят продолжение, но если оно снова провалится, уже решат больше не выпускать. То же самое с фильмами. Прикиньте, фильм какой-то популярный, там, «Звездные войны», да? Они очень дорогие, зарабатывают много денег, приносят денег много. А потом, бам, «Звездные войны», вот который был Хан Соло, или как он назывался? Соло, короче, какой-то. «Звездные войны» Соло, да, он провалился. И они отменили какой-то там «Звездные войны», какие-то уже отменили разработку. Ну, съемку, вернее, следующего фильма, потому что... Не знаю, что делать, почему он провалился. Он был дорогим и еле окупился, или вообще не окупился, не знаю. Ну, потому что «Звездные войны» мне лично не интересны. Их миллион фильмов сейчас начали делать, и они все одинаковые, эти «Звездные войны» там. Старые «Звездные войны», у них была какая-то душа. В новых «Звездных войнах», мне как мне кажется, по трейлерам, я не смотрел ничего, мне кажется, там ничего интересного. Я смотрю Marvel и DC, но мне нравится Marvel. Но там просто что-то новое, но правда заканчивается банально. Но последний «Мститель» закончился довольно грустно. Вау. В чем драконы не устраивают? Одно и то же. В смысле, в чем драконы не устраивают? А, ты Руслану пишешь, я думаю, ты мне. Ты Руслан, он говорит, что Хангришарк. Хангришарк вчера был, чувак. Посмотри в записи, на Твиче есть запись. twitchtv.com/andromalik. Зайди, там можешь посмотреть вчерашний стрим. Да вообще все стримы там. Только летать здесь, да-да-да-да-да. Мне кажется, ПВЗ-3 будет последний, потому что популярность серии угасает. Да нет, она не угасает, просто вторую часть они слишком долго доят. Ну, знаете, как корова. Они пытаются больше молока с нее высосать и не хотят новую часть сделать, вот и все. Ну что, у нас почти 15-й левел, меньше левела осталось.